В Вене состоялась инаугурация короля первого космического государства Асгардия. В 2016 году его основал российский ученый и бизнесмен азербайджанского происхождения Игорь Ашурбели. Он же и возглавил внеземное новообразование. Духу и букве Конституции Асгардии и являться гарантом ее соблюдения, охранять права и свободы асгардианцев. Необычное название государства является отсылкой к Асгарду, месту обитания богов из скандинавской мифологии. По словам новоиспеченного монарха, космическое право сейчас таково, что на любую деятельность на орбите нужно получать разрешение правительства какой-либо страны на Земле. Чтобы этого избежать, и была задумана Асгардия. В течение 3 месяцев будет сформировано правительство, в том числе Министерство иностранных дел. Именно оно будет заниматься восстановлением дипломатических отношений с государствами Земли. В планах Ашурбели также заявка на членство в ООН, а в долгосрочной перспективе создание колонии на орбите и освоение Луны. В прошлом году королевство запустило свой первый спутник. Тем временем продолжается прием обращений на получение гражданства Асгардии. Подданными космического государства уже пожелали стать несколько сотен тысяч человек.